мене мої френди деякі на Фейсбуці недавно застращали і затюкали. Я, наверное, буду на этому самом, на русском языке, хоть это и для Украины видео. Вот, потому что будет, наверное, не совсем умным, юным украинским ребятам сказано. Куда ж ты, мудила, едешь-то у встречки? Короче, смотрел я один YouTube канал, я, конечно, не буду говорить ни название, ни давать ни скриншоты, ни адресов, ничего. Почему? Ну, я думаю, вы догадаетесь, что это за канал. И почему я этого не делаю? Потому что, как я сказал, меня уже знакомые затюкали и сказали, что я рекламирую этот канал, способствую его деятельности. Поэтому я даже скриншоты поубирал, которые я сделал. Вот, потому что я такой немножко гневный пост написал. Почему? В общем, сейчас, наверное, вы поймете, надеюсь. Попытаюсь объяснить. В общем, на этом YouTube-канале некий человек в перчатках и с измененным голосом рассказывает как бы и показывает, но у него такие кликбейтные заголовки. Кликбейтные заголовки в плане того, что там переделка револьвера Флобер под мелкашку, также там переделка различных стартовиков под боевой, там 9х18 пишет, 9х17 и так далее и тому подобное. Вот. Я надеюсь, вы уже понимаете, о каком канале я говорю и что это за собой несет. Но это я не из-за того, чтобы, скажем, похайпить как-то, а из-за того, что я в нескольких видео от этого человека услышал там. То есть он говорит о том, что по Конституции Украины, это человек в Украине, возможно, даже в Киеве где-то сидит и вот пропагандирует как бы то, что пропагандирует, я думаю так, то, что любой человек по Конституции имеет право на самозащиту и так далее. Да, имеет, но при этом он как бы людям рассказывает, что вы у меня покупаете вот эти вот переделки и как бы можете ходить спокойно, даже если вас возьмут за одно теплое место, вы сможете, ссылаясь на такую-то статью Конституции, сказать, что вы имеете право на самозащиту. То есть вас берут со стволом стартовым, переделанным в нарезной боевой на кармане, а вы просто милиции, там, следственной группе говорите, что по закону, по Конституции вы имеете право на самозащиту, поэтому можете носить такой ствол и кого-то уработать даже из него. Получается так по логике этого человека. Поэтому я немного не понимаю, как люди вообще могут здраво на это реагировать, потому что, ну, по комментариям я вижу, что там много как бы из рашки сидит людей, которые комментируют. Тигуанчик. Туарейк даже. Мне влез прямо вот столько передо мной. В общем, в основном сидят из рашки, что-то комментируют. Ну и наших хватает оболтусов. Причем оболтусы такие еще, личинусы по сути. То есть им даже стартовик, наверное, если они захотят купить, у них документы будут спрашивать. А тут они вполне сидят такие, рассуждают о том, что могут ли они иметь нарезное себе или в резину переделанный и так далее.
Ребята, купить-то нелегально вы все можете, но все равно, если вас таким на кармане возьмут, то вам очень много денег придется потом еще потратить на то, чтобы откупиться. Ну или вашим родакам, потому что вы, скорее всего, маленькие, просто вы думаете, что вы сможете купить такой ствол и будь кум королю, сват министру. Не, не получится. Там вам грозит от двух до семи, там пятерочка такая, как минимум. Во-первых, потому что это переделанный ствол, а это уже две статьи. Во-первых, у вас на кармане берут нелегальный нарезняк. Во-вторых, он еще и переделанный из чего-то. Если вы просто где-то купили там черный ствол нелегальный, это одно. Вот, это просто хранение. А тут вы же не скажете, что вот я купил где-то там. Вот, мне такой вот человек в синих перчатках на руках сказал, что я могу нормально как бы с него валить неприятелей и так далее. Так не получится. Вот. Это же бывшая МВД, по-моему, да? Такие вот дела. Так что просто я смотрю, как человек на полном серьезе. Ну, я думаю, что он, конечно, шутит, потому что если он действительно в это верит и это рассказывает людям, что вот я переделываю, смотрите, у меня куча всяких дудочек, вот есть всякие там были газовые или травматические как бы ПМы. Вот, мы ставим туда, вот смотрите, какая прикольная нарезная дудочка. Тут все нормально, 9 на 18, можно спокойно работать, как бы себя защищать, вы имеете право и так далее. Ну, блин, я не знаю, как относиться к такому человеку. Вот, всякая шкала-то верит, конечно, еще поведется, и не дай бог поверит, и что потом будет? Мамка с папкой плакать будут, что ли? Вот, когда ребеночка кровинушку свою единственную куда-то запроторят, блин, на зону какую-то, и будет потом куковать, выйдет, блин, уже человек испорченный для жизни, непригодный особо. Так что такие вот дела скорбные. Вот. Ну, короче, по другим вариантам, уже если коснуться именно контента человека, ну, я как зритель, я имею право как бы критиковать, да? Вот, и, например, сравню со своим контентом. Вот многие мне пишут, не особо умные люди, я так понимаю. Есть у меня там пару видео, где написано переделка там или модификация стартового сверления там ствола этим дрелькой, там перфоратором, потому что не было другого подручного материала. Вот. И он пишет, что ты там типа испортил, криво просверлил, даже резина нормально не пройдет. Я человеку пишу и всем вот таким умникам в кавычках хочу сказать, вы где видели слово, что там написано переделка под резину, под травму, под, не дай бог, под нарезняк? Вы что, с ума сошли, что ли? Я не занимаюсь такими переделками. И причем я даже вот когда стартовик переношу, дроссель из запатронника в ствол, чтобы огонь красиво вылетал из ствола, это чисто сделана, скажем, модель, по сути дела. Ну, это даже не СХП пистолет, это просто стартовый, который стреляет, у которого огонь вылетает не сверху, а из ствола. То есть это чисто вот можно использовать в каких-то роликах, фильмах, просто красиво показать. Я иногда какие-то делаю обзоры, вот, например, там по кобурам я делал, по фонарям пистолетным. То есть где-то нужно было, чтобы красиво сделать, чтобы работал как настоящий пистолет. Вот, поэтому вот такие игрушки мне как бы для этого нужны. И я их для этого, ну, как бы вот немножко модифицирую. А этот человек говорит, что, ну, берите, стреляйте. Вот, так я к чему? Что делать вот такой контент, он правильно при этом. Он перчатки одевает, наверное, там наколки какие-то на руках или перстня. Голос меняет, чтобы его никто не узнал. Вот. Я же при этом не скрываюсь,
Почему? Потому что я ничего незаконного не делаю. Ну, у меня на грани немножко так. То есть я вот этот стартовик вроде как перепиливаю, он ничем другим выстрелить не сможет все равно. То есть только холостой патрон. Вы туда в патронник не засунете никакой патрон. Разве что со стороны дульного среза попытаться что-то перелепить, чтобы оно его выплюнуло. Но там никакой неточности, ничего даже на близком расстоянии не получится вот стрельнуть, чтобы что-то было каким-то твердым предметом. Ну, скорее всего, просто порвет кусок ствола там, дуло этого, и ничего не получится. Вот, поэтому у меня эти игрушки, они остаются, я не боюсь, я лица не прячу, ничего. Вот, и меня иногда там спрашивают, а можешь там переделать и так далее. Я говорю, что я даже вот такие стартовики, вот такие переделки, как я показываю, я на заказ не делаю ни за деньги, ничего. Я не продаю ни переделанное оружие, там, ни изменения вот эти за деньги не делаю. Потому что я это делаю чисто для создания другого контента, и все. Вот. И это не является, у меня вот мои видео не являются пособием для изготовления. Хотя YouTube блокирует жестко при этом. Вот. А этот человек, ну, как я уже говорил в самом начале, кликбейтит, он говорит, вот есть револьвер под патроны Флобера, переделаем под 22 ЛР, переделываем. При этом он сидит и просто рассуждает, он показывает, у него лежат револьверы там под Флобер, он показывает пару патрончиков 22 ЛР и говорит, что вот, вот эти барабаны стандартные переточить не получится, пересверлить, нужно новые барабаны делать и так далее и тому подобное, да и ствол там нужно менять, потому что он как бы меньше, чем 5,6 и так далее и тому подобное. Вот. Но при этом он ничего не показывает по переделке. Это называется кликбейт. YouTube за это карает. Но так как это такая оружейная тематика, не совсем законная, YouTube ее вообще не особо любит, поэтому он на нее плюет, и так эти видео висят, и он не обращает внимания на это. Вот. Ну, конечно, если зрители начнут жаловаться, там, жалобы кидать какие-то, что это кликбейты, то есть в названии видео не то, что на самом деле в самом ролике, то YouTube может такие видео блокировать. Вот. Поэтому, ну, если кто-то хочет, конечно, пожаловаться, то можете это сделать. Но там такая процедура, что обычно нервов ни у кого не хватает, и никто не жалуется. Вот такие нюансы. Также, говорит, в Европе коронавирус, все дела. Патронов 9 на 17 купить не можем. Вот обычно все стартовики, кстати, теперь, да, коснусь стартовиков, переделанных в нарезной, стреляющие и так далее. Недавно тоже вышло новое видео. Появились в Украине очень прикольные стартовики, довольно неплохо сделанные. И, ну, довольно хорошо так, если смотреть просто, ну, не начинать разбирать. По копийности похожие на кольты 1911. Они разные, там есть длины, там оформление и так далее и тому подобное. Очень прикольные. На обзор мне, к сожалению, пока таких не дали. Вот там поставщик, компания обещала одна дать, но что-то они молчат, не особо. Ну, обзоров уже много по этим пистолетам в плане там и со стрельбой, и с разборками, и с замерами, с промагничиванием и так далее и тому подобное. Кому интересно, поищите, просто напишите кузов 1911. Я думаю, вы найдете эти вещи. Вот, короче, этот человек уже показывает эти револьверы, вот, говорит, да, зашли. То есть, получается, он же не сам их заказывает, скорее всего, из-за границы где-то. Вот. А он покупает здесь у поставщика, который завозит их и продает для различных вот этих магазинов оружейных и сувенирных, потому что стартовики и пневматы в основном, ну, таких вот сувенирных магазинах продаются, не совсем даже оружейных. И все-таки вот такая деятельность этого человека может сыграть не очень хорошую шутку.
вообще как бы с наличием стартовиков у нас в стране. Потому что когда начинаются вот такие, ну, как бы массовые переделки, показывать, что это можно переделать, и оно прикольно там будет работать и так далее. Одно дело, ребята, переделывать какой-то травмат, где-то поиграться, там пострелять по бумажкам. Другое дело все-таки переделать в нарезняк, вот, и парить его как, ну, я не знаю, как средство самообороны легальное. Ну, я считаю, это неправильно, как минимум. Сейчас я выведу, а то тут кто-то на Kia Ceed стал. Вот, а этот еще и поворачивает. На КамАЗе. Ну, поэтому я говорю, что с таким контентом видосы, где переделка, показывают стволы, вот, рассказывают. Ну, самого процесса нет, и это уже как бы немного YouTube может так более лояльно отнестись к этому, потому что у меня есть процесс там некоторый, я что-то делаю, собираю и так далее. На это YouTube более жестко реагирует. Он сидит, просто рассказывает, что да, это можно, то есть это, по сути дела, ну, такая реклама для покупки. Но при этом он показывает разные дудки, говорит, вот он сюда она сюда подойдет на 19-11, все. Правда, придется не 9 на 17 делать, а 9 на 18. То есть у вас будет 19-11 из самых стрелять ПМовским патроном. В общем, вот, ну, вы меня поняли, я надеюсь. Так сумбурно, конечно, объясняю, но... Тем не менее, потому что все это может сыграть такую шутку, что и так, скрипя, скажем так, сердцем и там через кучу всяких нюансов СБУ там допускает вот такие стартовики к нам на рынок, они прекрасно знают, что их будут переделывать и в травматы, и в боевые, но они пускают, но чем больше вот таких будет видосов с таким контентом, и начнут люди попадаться, покупая такие вещи, или, не дай бог, вообще на кармане с такими вещами будут попадаться, то может это все в один прекрасный день закончится, или будет так, что стартовики можно будет купить только под какое-то разрешение. Я уже про пневматику не говорю, что там пневматику придется оформлять как нарезное. Это, ну, хоть и не очень сложная процедура, но муторная, дурная, а это увеличит, по сути дела, скорее всего, очередя еще даже для получения нарезного. Поэтому я, честно говоря, негативно к этому отношусь. Вот. Не из-за того, что как бы а-ля конкурент по контенту и так далее, а лишь потому, что все-таки медвежья услуга будет для всех пользователей. Ну, или вариант, просто человек или работает на какие-то определенные структуры. Это, по сути дела, на живца не работает. Это я версии уже рассказываю разную. Вот. Или вариант может быть такой, что как бы кто додумается такую вещь себе заказать. Да, у этого канала есть и сайт, там цены указаны, все, что можно купить, в каких калибрах и так далее. То есть ничего не бояться. Вот, еще, наверное, знаете, такой человек был по имени, я скажу первую последнюю букву, на Ди начинается, на Ма заканчивается. Вот, ну и дальше там стартовик в имени и так далее, в погоняле. Вот. В общем, человека были, взяли, говорили, потом выпустили, все нормально. Но, тем не менее, даже если такой ствол будут продавать, то вы можете или попасться, или просто если вы закажете такой ствол, вот, придете на новую почту, откроете посылку, а там у вас будет лежать две книги «Идиот» и «Преступление и наказание». Вот где-то так. И это будет правильно. Кстати, для тех, кто поверит в такие вещи. Вот, потому что иметь-то мы имеем право на самозащиту и так далее. Вот, и когда идет речь о твоей жизни, то ты будешь чем угодно защищаться, там, вилкой, карандашом, топором, ножом,
даже незаконным оружием или законным будешь защищаться и будешь прав с точки зрения как бы других людей, если на тебя напали, там в дом тебе влезли или на улице тебя остановили. Но с точки зрения нашего недозаконного, которого по сути дела нет и непонятно, что там сейчас происходит, вот, тебя просто посадят на хороший срок, во-первых, за применение, во-вторых, за ношение, в-третьих, за переделку. Переделку впаяют тебе, даже если не будет доказательств, что это ты переделал. Вот где-то так. Поэтому решать вам, конечно, вот те дети, которые сидят там, восхищаются, пишут, о, как классно, прикольно, давай переделывай, как купить, как заказать и так далее. Ну, это, я не знаю, это смешно, честно говоря. Вот, ну, дело их, и как бы проблемы тоже будут им. Вот когда так. Вот такие примерно вопросы периодически мы обсуждаем в моем телеграм-канале, вернее, в телеграм-чате, ссылочку на который можно найти как под каждым моим видео, так и ссылочку на телеграм-канал. Там идет ссылка на телеграм-чат, ссылка на телеграм-канал. Или в самом телеграм-канале, где просто постятся новости, там писать нельзя, писать можно только в чате. В общем, в этом канале в шапке можно найти ссылочку на телеграм-чат. Там с ребятами живое общение. Вот, люди все разные, поэтому когда заходите, там и боты есть, поэтому сразу не пугайтесь. Заходите, ищите ссылку, заходите в телеграм-чат, обсуждаем различную тематику оружейную, околооружейную, то, что касается законов оружейных, околооружейных, ну и подобную тематику, все, что связано с оружием, не только с пистолетами. Точно так же там в ссылочке есть под видео и в самом телеграм-канале. Если кто-то вдруг захочет меня поддержать, то есть всякие ссылочки на системы, на карточки, на donation системы. Ну а кто хочет не заморачиваться каждый раз кидать какие-то донаты отдельные, можно стать патроном. Это ежемесячно у вас автоматически, вы регистрируете на этой системе patreon.com, ссылочка будет в описании, на меня именно в патреоне. Регистрируйтесь, оставляете реквизиты своей карты, и система каждый месяц у вас определенную сумму, которую вы сами захотите, будет снимать мне на поддержку. Вот как-то так получается. Поэтому смотрите сами, решайте сами, как насчет поддержки меня, так и насчет вот таких всяких оружейных вещей, которые можно купить переделанные и получить себе с молодости, ну или в зрелом возрасте, у кого немножко не хватает подумать, что может быть, нажить себе проблем. Поэтому будьте осторожны. На этом все. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал, делиться видео, потому что YouTube не ранжирует оружейные каналы, особенно мелкие такие. Поэтому делитесь ссылками на видео, на канал. Ну и всем пока, до новых встреч. Счастливо.